Поэтому, а что мне к ним обращаться? Они знают мои проблемы. Сергей Михайлович Мачехин еще до этого, я к нему приходил, он всегда нам помогал, тут разговора нет, проведением каких-то мероприятий, когда был депутатом. На сегодняшний день, и он тогда говорил: Иван, а почему нет вот, ну, денег, почему бюджет не укладывается? Я говорю: ну, я откуда знаю, вот ты же депутат там, ты узнай почему. На сегодняшний день он зам главы города, и он забыл, что это самое. Поэтому люди приходят, наверное, к власти, когда им нужны пиары и нужна какая-то поддержка, да, со стороны не только инвалида, вообще это самое, как депутата и как руководителя. Они обращаются и хотят, чтобы их поддерживали. Ну а когда они сами по себе там приходят, место нагрели и забыли. Поэтому что я буду к ним обращаться? Ведь люди тоже не могут дойти до администрации. Они на сегодняшний день в администрации, наверное, одна проблема – вакцинирование, пир-коды. Все короной прикрылись, и туда не попадешь без звонка, без записи. Я же хожу, я знаю. Там не пропустят. Это раньше можно было зайти. Я к замглавы ходил, к Аникееву, если у меня проблемы, раза по 4 в день. К Ахметову главе ходил. Мне не надо было записываться. Я пришел, она сказала, он меня принял. Я говорю: вот уже сколько администрация, я кто крю, не могу, сам как бы.